Так, вот у меня есть такое предложение по дальнейшей нашей работе сегодняшней. Вот товарищ Шальнова Ксения написала хорошую такую работу. Я ее за время перерыва изучил. Вот, я вам предлагаю что сделать. Вот есть у нас трибуна, выступить с этой трибуны. И учитывая, что вы специально к этому не готовились, использовать такую форму. Вот у вас есть текст. В худшем случае можно его зачитать с выражением. В худшем случае. А мне кажется, нужно вот сделать так. Вы зачитываете абзац и комментируете. Вот как вы комментировали? Вот вы зачитали, это тоже классический текст. Вот вы берете это, зачитываете его и комментируете, что вы к этому еще могли бы добавить и прибавить устно. Потом следующий абзац, там следующий абзац и так далее. И то есть, так сказать, немножко развернуть это свое выступление, это будет хорошо, я полезно. Я не уверена, получится ли. А только тогда научишься плавать, если будешь плавать. Я вот помню первое свое выступление, когда мне нужно было делать какой-то доклад. Это был какой-то ужас. Все шумели, и что-то я говорил, это ужасно. Потому что это известно еще, ни один человек не научился плавать на земле. Все в воде. Вот, поэтому у нас ведь анализ классических текстов предполагает не только то, что вы умеете читать и что писать, но можете и высказаться по этим вопросам свободно. А чтобы высказываться, у нас не такая тут обстановка, что тут 1000 человек, но и не такая же. А? Ну, вы видите, вон эти люди из сферы культуры, они не стесняются перед камерой. Камера очень хорошо. Сейчас камер много, кругом. Значит, вот, да, во-первых, вы не знаете, какие камеры вас снимают, потому что это сейчас вообще не проблема. Это раз. Во-вторых, у меня вот был такой в жизни случай, когда мне приписывали то, чего я не говорил на лекции. Чуть было меня не уволили. И тогда я понял, что самое хорошее – это не то, что вас знают, что вы делаете, а самое плохое. Вот самое плохое – это когда вы этого не делали, а вам это приписывают. Вот и проблема. Поэтому вот считайте, что вы что-то делаете в жизни в соответствии с тем, как мы это понимаем сегодня. Да, вот идет развитие от поколения к поколению, вкладываете. А есть люди, которые пишут историю. Вот они тут у нас сидят, и они пишут, описывают историю и пишут протокол вашей деятельности. Например, я уже говорил однажды про биохронику Ленина. 12 томов есть биохроники. Все его действия, хотя не было магнитофонов, камер, все его действия описаны с интервалом 10 минут. 10-15 минут. Пошел туда, встретился с тем, вернулся оттуда, переехал туда, пошел туда, пошел туда. Это издание Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Я очень сомневаюсь, что сотрудники Института марксизма-ленинизма в это время, несуществующего, это осуществляли. Как вы думаете, кто это делал? Ленин. А? Ну кто? Ленину не досуг. Ну, если вы деятель исторический, вот вы еще будете тратить время на описание того, что я делал. То есть, много людей, которые пишут дневник. Сегодня я встала в Восток, пошла туда, потом вернулась оттуда. Это мало кто это вообще в состоянии делать. Например, там тот же самый Маркс и Энгельс никогда этого не делал, и Ленин так никогда не делал. Это сделала царская охранка. И Институт марксизма-ленинизма и вечно обязан должен был бы быть за то, что вот она эту такую вот работу проделала. То есть одни делают, а другие пишут протокол того, что делают эти самые люди. Это обычное нормальное явление. Ну а в наше время, когда вот как-то люди представляют себе, что можно как-то от этого всего этого укрыться, самое лучшее просто к этому привыкнуть. У меня тоже спрашивают, какие ваши персональные данные можно дать? Сейчас же как бы охрана персональная. Я говорю, мои? Все можно дать персональные данные. Все. Потому что я знаю, что 100 рублей их можно купить в метро. Там такой диск, там есть все адреса и все телефоны на всех людей. И стоит 100 рублей. Вы вставляете в компьютер, и, пожалуйста, вам. Мы однажды звонили по делам с профсоюзным, с докерами. Мы звонили однажды в воскресенье транспортному прокурору Ленинграда. Ну, таких людей оказалось вот без этого списка 6 человек с одинаковой фамилией и отчеством. Ну, думаем, если окажется не прокурор, то по следующему позвоним. И вот мы только первому позвонили, и оказался прокурор.
мы его спрашиваем, вот вы у нас прокурор транспортного города. Он говорит, да. Откуда вы узнали мой телефон? Ой, говорит, что я спрашиваю? Человек культурный, значит, мы потом с ним встретились, он интересный оказался человеком, но, по крайней мере, он как-то, вот первая фраза у него была вот такая, наивная, а потом, ну что я спрашиваю? Поэтому вот как-то к этому надо привыкнуть уже, и я думаю, что особенно, когда вот сейчас сделали это бесконечно пишущие камеры, а в абсолютно, тут есть еще и другой момент, что в абсолютном свете ничего не видно, как в абсолютной тьме, когда все записывается. Можете себе представить, все размотать? Это ужас вообще. Это ужас. То есть так, дай бог, повесить то, что есть. Так, ну это вот предисловие, пожалуйста, я вам вручаю. Так, только мы вот эту трибуну поставим вот сюда. Она сегодня будет выступать. А ты не написала ты ее? Нет, я написала. Ну все, вся жизнь пошла. Жизнь наша полна неожиданностей. Вот мы тоже вас ждали на первом часу, не ожидали, что вы не придете. А вот теперь вы пришли на самое интересное, пожалуйста. Ну, надо же было. Вот я и сразу понял, что вы на это и пришли. Пожалуйста. Я выбрала раздел для своего рассмотрения «Идеология в общине немецкой в особенности» и пункт, посвященный истории немецкой идеологии. В самом начале данного фрагмента Карл Маркс и Энгельс отмечают три момента, достаточные для начала истории. Они подчеркивают, что именно три стороны, а не этапы социальной деятельности, поскольку являются взаимозависимыми и реализуются одновременно. Здесь, я думаю, все понятно. Да что, помедленнее. Вот я, например, так быстро не усваиваю. Хорошо. Это вам хорошо. Вы это быстро усваиваете, легко. А вот я уже так не могу быстро усваивать. Достаточно для начала истории. Начало истории взято в кавычки, так как это не цитата из книги непосредственно, но начало истории – это, соответственно, начало человеческой деятельности вообще, как я это поняла. Эти три момента можно назвать еще тремя историческими актами, первый из которых – производство средств, необходимых для удовлетворения потребностей и поддержания жизни. Но это самые первичные потребности, которые у нас возникают, это в еде, пище, не знаю, сохранности жизни. Второй, так как первичные потребности удовлетворены, возникают новые потребности. Это уже второй уровень потребностей, который можно в некотором роде назвать роскошью. И третий исторический акт – это производство людьми людей, в ходе чего образуются новые общественные отношения, а именно семья. И сегодня мы уже отмечали, что нельзя исключать данный пункт, что все производство, оно тогда застопорилось бы, да и вообще человеческий род вымер, если бы не воспроизводство людей людьми. Ну и как результат этого воспроизводства – семья. Исходя из этих первичных посылок, Маркс и Энгельс критикуют немецкий взгляд на историю, которая была лишена земной основы. Ну, нам всем известен немецкий идеализм, который отрывается от этого материального базиса и уже, скажем так, не берет в расчет как раз вот этих исторических актов. Не знаю, в силу чего, возможно, в силу самого собой разумеющегося. Не видят смысла, может быть, описывать данный этап. Немцам свойственно переносить то, что должно рассматриваться согласно эмпирическим данным, в сферу понятий. Таким образом, они, как я уже сказала, от реальности возносятся в высокие материи, не имея под собой основы эмпирической. Маркс и Энгельс же предлагают изучать историю человечества в связи с историей промышленности и обмена. Для этого они вводят понятие «производительная сила», то есть способ совместной деятельности, с которой связан определенный способ производства. Ну, здесь я прямо процитировала определение производительной силы, потому как лучше самих авторов никто этого не скажет. Авторы неоднократно обнажают свою неприязнь к такой немецкой черте, как
оторванность от реальности. Реальность Маркс и Энгельс называют чувственной достоверностью. И одним из плюсов такой позиции, мне кажется, то, что Маркс и Энгельс не просто критикуют, но сразу же предлагают свое видение мира и свой взгляд на развитие человечества. То есть нам всем известно, что фраза «критикуешь – предлагай». Зачастую критики только лишь критикуют и говорят, что данные труды лишены значения культурного, но не предлагают ничего взамен. Следовательно, получается пропасть в развитии общества. И Маркс и Энгельс провозглашают одну из идей, идею деятельного человека. И своим же примером они реализуют эту идею. Дальнейшее рассуждение немецких философов приводит их к сознанию. Сознание в кавычки. К понятию сознания. И наделяя человека сознанием, то есть приписывая человеку это сознание, способность к сознанию, Маркс и Энгельс утверждают его в качестве существа социального, которое используют для реализации потребности в коммуникации, язык. И я не помню как точно, но язык Маркс и Энгельс называют реализованным сознанием. То есть это сознание, которое нашло воплощение в языке, оно сознание, которое имеет вес, скажем так, это язык. Но на уровне первобытного общества сознание носит характер осознанного инстинкта. То есть мы не особенно отличаемся от баранов, отличаемся только тем, что мы осознаем, что мы находимся в обществе, что и называется осознанным инстинктом. И сознание соответствует той ступени развития общества, на которой это общество находится. То есть чем дальше развивается общество, тем дальше развивается сознание. Это, я так понимаю, по тебе определяет сознание, да? Основная мысль. Возможность появления эмансипированного от мира сознания, то есть когда сознание может отделиться от мира и изменить и на мир, и на себя, как бы со стороны, связано с разделением материального и духовного труда. То есть как только мы разделяем материальный и духовный труд, тогда появляется эмансипированное сознание. Ни раньше, ни позже. Но сознание интересует Маркса и Энгельса, поскольку постольку они даже употребляют такое слово «дрянь», которая очень-очень характеризует их отношение к сознанию. И это сознание интересует авторов только в связке с производительной силой и общественным состоянием, внутри которой все три элемента необходимо должны столкнуться. То есть производительная сила, общественное состояние и сознание сталкиваются, входят в противоречие. И это противоречие осуществляет разделение труда. То есть благодаря разделению труда происходит это столкновение. И разделение труда – это одно из ключевых понятий, по крайней мере, в данном разделе, потому что из него вытекает очень много последствий. То есть запускается процесс последовательный. Прежде всего, это появление неравного распределения. Маркс и Энгельс отмечают, что уже даже в семье создаются отношения, подобные рабским. То есть это подчинение жены и детей мужу, как бы даже собственность. Жена и дети выступают в качестве собственности мужа. Из этого проистекает противоречие частного и общественного интереса. И при этом общественный интерес на этом этапе существует в действительности. То есть это взаимозависимость индивидуальных интересов вот, друг от друга, людей друг от друга. Из вот этого вот противоречия интересов, ввиду специализации, то есть разделения труда, когда одна доярка, а другой механик, человек прикрепляется к одному виду деятельности,
и лишается возможности развиваться в других направлениях, что его, конечно же, угнетает. То есть он чувствует давление на себя и чувствует невозможность выйти из этого круга. А как раз-таки выход из этого круга авторы видят в коммунистическом обществе. И здесь я не сразу обратила на это внимание, обратила внимание только потом, когда прочитала следующий пункт про государство и что понимают Маркс и Энгельс про государство. Но они употребляют сочетание коммунистическое общество, а не коммунистическое государство. И это очень важно, потому что государство, оно основано на общественном интересе, но который уже лишен основы своей, то есть он не имеет аналогов действительности. То есть это общественный интерес, оторванный от действительности. И таким образом Маркс и Энгельс противопоставляют государство обществу, и сразу приходит в голову Платон, который государство, да, видел высшее благо, и справедливость в государстве реализовывалась посредством разделения именно труда, то есть каждый занимал то место, которое ему положено, и переход из одного сословия в другое, это было нарушением справедливости. Это было очень несправедливо по отношению к государству и вообще к людям и к благу. И Маркс и Энгельс, получается, намечают свое видение уже справедливости, а справедливость именно, как я поняла, в том, что человек может реализовывать себя не конкретно в одной деятельности, но реализовывать себя именно как деятельный человек, то есть во всех сферах. Все. Вопрос есть? Но это не окончательно, ну, то есть я не рассмотрела не весь раздел, я говорю, просто я логически подвела. Вот. Есть вопросы? Нету, да? Так, спасибо. Значит, нет, это можете себе взять. Значит, спасибо, и я рекомендую также всем остальным товарищам воспользоваться такой возможностью, потренироваться в выступлениях, поскольку вот у вас есть письменная работа, и есть смысл, так сказать, выступить и не раз. Поэтому, раз нам такая возможность предоставлена, надо ей пользоваться. И это предполагает, ну, вот, собственно, реформа культуры и освоение культуры. Если я могу только про это написать, не могу сказать, это тоже не очень хорошо. Если я могу сказать, но не могу написать, это тоже не очень хорошо. А нужно свободное владение этими вещами. Значит, в отношении государства должен сделать некоторые дополнения к тому, что сказала Ксения, потому что у самого и Маркса, и Энгельса к тому времени их вот теория государства еще не выкристаллизовалась. Вот. Постепенно она свелась к тому, что государство не вообще какой-то орган, то, что он стоит над обществом, они эту идею продолжили. Но это не просто стоящий над обществом, это орган какого-то одного класса, стоящий над обществом. То есть это особые люди, это особая система, причем эта система обязательно имеющая силу, то есть имеющая силу принуждения, поэтому машина насилия. Но машина насилия в интересах экономически господствующего класса. В этом смысле, в полном коммунистическом обществе государство быть не может. Останется коммунистическое общественное самоуправление, но это не люди, стоящие над обществом, вообще будут участвовать в управлении, и поэтому не будет людей, которые специально только этим занимаются. Или исключительно этим занимаются, а другие этим исключительно не занимаются. Чтобы вот этого скрепления не было, имеется в виду преодоление разделения труда между теми, кто управляет, и теми, кто только подчиняется. Но и наоборот, в первой фазе коммунизма, то есть при социализме, это Ленин уже подчеркивал, потому что у Маркса, у Энгельса говорится, что вот переходный период от капитализма к коммунизму неизбежно должно существовать государство. Переходный период. В критике Готской программы у Маркса. У Энгельса в критике Эрфуртской программы германской социал-демократии. Тоже, кстати, связано с критикой, так сказать, германских программ социал-демократии. Но, а вот у Ленина специально в Великом почине говорится о том, что для того, чтобы уничтожить, так сказать, государство, чтобы оно отмерло,
Для этого надо, поскольку оно не положительное имеет значение, а сугубо отрицательное. Оно отрицает отрицательное в обществе. А раз оно отрицает отрицательное, то с отмиранием вот, так сказать, этих отрицательных явлений отмирает и государство. Но отмереть он может тогда, когда будет ликвидировано неравенство между городом и деревней, людьми физического и умственного труда, и другого типа неравенства. Он берет неравенство между мужчиной и женщиной, которое тоже остается, хотя с формальной стороны всякое неравенство устранено. Правового нет, а фактическое есть. Вот, так что это вот то, что касается государства как такового. И действительно дальше идет речь именно об обществе. А государство отомрет, а общество будет вечно развиваться. Ну, вот такая картина. А если бы в коммунистическом обществе, там нет денег или есть? Нет. Их денег нет уже. У нас при социализме в России это уже были не деньги. Вот если как я вам сейчас... Тогда? А? Как распределение продукции? Сейчас я скажу. Вот. Если я сейчас достану вот это, то это уже не деньги давно. Это что? В капиталистическом. Бумажка, на которой указано, какому количеству действительных денег эта бумага эквивалентна. То есть эти вот бумажки заменяют хождение действительных денег. Эти бумажки рвутся, заменяются так, как скажем, до четверти, вот если у вас порвано, то могут у вас его принять в соответствующем банке. Что это такое? Это представитель денег. Представитель денег точно так же, как вы различаете там Владимира Владимировича Путина и Лаврова. Лавров – это министр иностранных дел или Лаврова и посла. Посол выполняет какие-то поручения, которые дает министр иностранных дел. Это вот представитель денег, но не деньги. А деньги находятся, вы можете пойти получить золотые монеты, если хотите. Можете слитки, если у вас хватит со стипендий. За многие годы соберете. Сейчас я скажу. Так вот, деньги, для того, чтобы знать ответ на этот вопрос, надо знать, что такое деньги. Деньги – это что? Прежде всего, это товар. Товар. Товар вечен или не вечен? Товары были? В первобытной общинном коммунизме? Нет. Теперь скажите, просто богатство рабовладельческого общества – это было скопление товаров или скопление не товаров? Ну, имущество было. Оно ради что торговали этим имуществом? Ну, вот богатство рабовладельца. У него и это было, виноградники. У него вина были, у него были всякого рода съестные припасы. Только ничтожная часть из этого уходила в обмен, да, то есть на продажу. То есть уже в это время были деньги, как товар особого рода, который является товаром-эквивалентом. Эквивалентом. Но не все товары, во-первых, являются эквивалентными. И основное богатство рабовладельческого общества, во-первых, были рабы. И, во-вторых, это вот те продукты, которые изготовили, где они... изготавливались. Они в рабовладельческих латифундиях изготавливались эти продукты и принадлежали непосредственно рабовладельцу. И все. И сказать, они, дальше их путь был к тому же самому рабовладельцу. Они в обмен. В обмен шла малая толика. Теперь, если вы возьмете феодальное общество, там тоже товарное производство было, и деньги были, как всеобщий эквивалент. Хотя, если вы помните, или если, так сказать, почитаете историю денег, то деньги... как товары-эквиваленты. Сначала выступали такими товарами шкурки в России, например. Потом куски отрубленного серебра, отсюда слово рубль. Потом были мелечные жернова. Допустим, я вам что-то продал, и от вас мелечный жернов перешел ко мне. Он такой огромный, вы его не прикатить не можете. Поэтому я вашу фамилию там сотру на нем и напишу теперь свою. Вот и все. Ни в какой кошелек я его не положу. Пиши себе. Вот. И, наконец, на роль денег, то есть товары эквивалентно, вышли такие товары, которые заключают в себе в малом объеме, в малом количестве большую стоимость. А потом уже пошла монетизация, а именно, то есть, поскольку, чтобы вес был более урегулированный, стали чеканить монеты, и с монетами стали происходить странные вещи.
монеты обращаются, от золотых монет откусывают, отпиливают, отщелкивают и так далее, а они все равно так же обращаются, ничего не происходит. И это заметили князья и цари, которые, собственно говоря, управляли чеканкой монет, и они стали писать одно, а вес ставить другой, меньше. И это ни на чем не отразилось. Тогда взяли, заменили золотую монету на медную, то же самое. Тогда медную заменили на бумажку. Как сейчас, вот вы замечаете, какие у нас вот монеты, из какого металла? Ну, как вы думаете? Вот у меня 10 рублей. А? Они не из того же, что рубль, не из другого. Ну и какого металла они? Я не помню. Значит, никто... совсем недавно, а? Они не магнитятся. Напрасно так думаете. Совсем недавно монеты наши изготавливались, еще года два назад, из медно-никелевого сплава. А на сегодняшний день это стальные монеты, которые просто сверху покрыты медно-никелевым сплавом. Демонстрирую. Вот у меня магнит. Это вот эти, а рубль 2 не прикрепляются к магниту. Это какие? Старые не прикрепляются, а новые уже прикрепляются. Зависит от года издания. Старые из медно-никелевого сплава, и это легко определить. Сейчас мы проверим. Вот у меня, вот, похоже, старый и новый. Новый. Магнит у меня защелка. Новый прикрепляется. Старый, сейчас посмотрим. Да, видите? Это отваливается. То есть это на самом деле дороже. В смысле, здесь медно-никелевый сплав, а это железка. И кто будет говорить, что наш рубль деревянный, это клевета на наш рубль. Наш рубль железный. Значит, что касается коммунистического общества в первой его фазе, оно не является товарным производством. Производство не для обмена производится продукты, а для обеспечения благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Поэтому продукты не товары вообще. При движении с производства с одного завода на другой или с завода там, в сферу реализации, никакого обмена не происходит. И между работником и государством тоже никакого обмена не происходит. Вот представьте себе, человек получил зарплату в бумажках, эти бумажки он вернет обратно в государственный магазин. Они совершили эти бумажки круговое движение, и в итоге к работнику перешла какая-то часть общественного богатства. Какая часть? Та, которая соответствует его затратам труда, поскольку основная масса распределялась по труду. Ну, если вы это хотите записать чисто арифметически, будет в дробях. У вас там одна там, 500-я или одна 20-миллионная. Или одна 150-миллионная доля. Так? Возьмите, умножьте на наименьшее общее кратное, и у вас будут целые числа. Рубли. То есть, чтобы узнать, какую долю вы получили, вы должны свою сумму зарплаты разделить на общую сумму зарплаты, которая выплачена. И тогда вы узнаете, какую долю. Вы идете в этот склад, и вот это, как Маркс и Энгельс называли, рабочие квитанции свои предъявляете. Они могли бы вашими быть именными, но они на предъявителя. То есть вы можете детям передать, или муж и жене может передать, или вы кому хотите можете передать, и тогда он воспользуется вашей долей. То есть вы в этом смысле свободно распоряжаете своей долей. Но тут нет обмена. Тем более между предприятиями и государствами. Можно говорить, что моя правая рука обменивается с левой. Чтобы они обменивались, они должны быть независимы от меня. А если я им командую, им как, куда двигаться. Поэтому здесь никакого обмена нет, поэтому товара нет, и денег поэтому точно в экономическом смысле нет. А еще, значительная сумма богатств на сегодняшний день, она исчисляется так. Вот наши экономисты посчитали, сколько процентов нынешних расходов уходит на то, что в условиях социализма в СССР шло бесплатно. Жилье – это бешеные деньги, это образование и это медицина, здравоохранение. 56%. Вот то, что раньше распределялось по потребности, напрямую по потребности. Ну, если у вас зубы заболели, вам вырвут столько, сколько у вас заболело зубов. А не так, что если я лучше, больше вас работаю, то мне вырвут больше, а вам меньше. Такого не было. И если вы хотите учиться, учитесь. И никто с вас никаких денег за учебу брать не будет. Хотя вот я еще застал такой период,
когда вот мы жили в квартире на Московском проспекте, вот соседка у нас перестала платить за высшее образование. Перестала. После этого вот уже было бесплатное высшее образование. Но оно не сразу появилось. А среднее образование, конечно, было бесплатно. Сейчас, кстати, среднего уже нет. Сейчас основное среднего. Было обязательное среднее, сейчас основное среднее. Основное среднее, я не знаю, сколько лет. 9? 9. Вот. Что это такое? Что такое? Ну, теперь нас привели уже и тут бакалавриат. Это основное высшее. Ну, раньше было 8 классов, потом было закончить. Это было незаконченное среднее. Это было незаконченное среднее, никто его средним не называл. Незаконченное среднее образование, можно было уйти. А было обязательное среднее уже. Вот когда я учился, было обязательное среднее образование, а не основное среднее. Вот я 11 классов кончил. И я 11 классов кончил в обычной школе, необыкновенной. 366-й школе Московского района. 10 классов, это то же самое. Только у нас была школа среднеполитехническая, то есть с производственным обучением. Но мы-то больше, получается, сейчас учимся, чем раньше. А? Мы-то больше сейчас учимся, чем раньше. Если раньше было, как правило, 10 классов, сейчас 11. Мы больше учимся, получили. Ну, я учился, когда уже, как правило, было 11. У нас была средняя политехническая школа, переход состоялся, и мы должны были 2 дня в неделю работать на заводе. И мы поэтому учились на год больше. Итого было, это фактически было 10-летнее образование, но с учетом того, что мы вот таким образом, поскольку 2 дня в неделю мы работали на заводе, то мы, значит, тем самым получилось, что каждый получил рабочий стаж 1 год. Вот я токарь, часовщик, на 936-м заводе по производству приборов, бомбосбрасывателей. А также магнитофонных подшипников. И с какого класса вы работали? 9, 10, 11. 3 года я работал по 2 дня. То есть 1 год, ну, если вот это просуммировать. Может, все равно сейчас получше. А? Ну, сейчас мы больше на год учимся. Ну, не в вашем случае, а когда большинство училось без производства на практике. Сейчас же мы больше учимся. То есть мы лучше получается, наоборот. Если мы 10 классов, мы 10 учимся. Я не понял. Это те же самые 10 классов, они ничем не отличаются. Нет, 11. А? 11. С тем, что уже как в садике предподготовка, и ты должен уже уметь читать в первом классе, там, и какие-то вычисления делать. Просто в первый класс мы шли, не предполагалось, что люди умеют читать. Вы все умели читать? Нет, ну, я тоже, как бы, не предполагал. Я умел читать, но это не предполагалось. Как мы изучали алфавит. Никто, наоборот, так сказать, не очень на это смотрели, чтобы, дескать, не получилось, что неправильно было там обучать родителей. А сейчас, дескать, если вы их не обучили, не подготовили, чего вы привели? Да, так что. Ну, так а это о чем говорит, о том, что вы сейчас вот затронули? Это говорит о том, что независимо от формы производства, развитие все равно идет. При движении общества вспять образование может пойти вперед. А почему тем не менее. Вспять? А? Почему вспять? Ну, потому что перешли от более высокой формы, так сказать, к предыдущей форме. А как автоматическое общество распределяется? Какие-то есть планы, которые не произведешь на всех членов общества, но они хотят, что с этим делать. Как тогда это сделать? Не понял вопрос еще раз. Ну, вот нет денег, да, там, в физическом обществе. Но есть вещи, которые нельзя всем, чтобы это осталось. И как тогда это распределять? Ну, даже если жильем убрать, посмотрим. Хорошо. Ну, жильем вы знаете, какая была. Была очень строгая система очередей. То есть, у нас жилье распределялось по потребности ведь, а не по труду. Так? А очень просто, определялось от количества членов семьи, то есть метраж. Метраж был, ну, скажем, по 6 метров. А? Расположение квартиры, да нет, если хочешь жить. И это другой вопрос. Вот тут расположение квартиры, как говорится, какое получилось на момент получения вами площади. Это же несправедливо. Да, это несправедливо. И о том, что это несправедливо, написано было в Государственной революции у Ленина, что справедливость и равенство. Первая фаза коммунизма, да, не может, неравенство остается. А на второй такой проблемы не будет, потому что на самом деле, это ведь не такая невозможная вещь, чтобы все имели нормальное, хорошее жилье. А если хочешь в центре на окраине, и все хотят в центре в целом, и что будет делать? Это не за потребность, в том-то и дело, это хотение, а не потребность. Если у тебя есть конкретная потребность. Значит, коммунистическое общество может брать на себя задачу
обеспечивать ваше всестороннее развитие, но никогда не берет такую задачу, что во всех отношениях будет все равным. Равенство берется только в смысле уничтожения классов. Никакого другого равенства оно не предусматривает. Всякое другое понимание вот коммунизма, как то, что будет полное вообще равенство во всем, это вроде того, как все будут брюнетки и все будут блондинки. Такого не будет. И не будет равных людей. И хорошо, что их не будет. Поэтому равенство только в смысле уничтожения классов. То есть не будет закрепления одних людей только за тем, чтобы управлять или там, заниматься только умственным трудом, а других людей только заниматься физическим трудом. Ну, все. А вот как, если человек, который занимается физическим трудом, он не в состоянии заниматься умственным, ему не хватает способностей, и как он может заниматься в таком случае? Есть люди, которые... Значит, общество ставит задачи развития способности человека, а не внедрение в него способности. Если человек такую возможность получил, этим, так сказать, задача коммунистического общества исчерпывается. Если у вас есть возможности развивать ваши способности, вы не развиваетесь, но это, как говорится, общество ни при чем. Общество же состоит из людей. Эти люди, если развиваются, люди-то разные, у них никогда не будет равных способностей. Неужели у всех могут быть одинаковые способности к музыке? Да как может вообще? Или одинаковые способности к книгосложению? Один человек там очень интеллектуально развит, и возможности у него были способности... Неизвестно, кто интеллектуально развит, никогда ни на каком этапе, пока не закончится жизнь человека. Потому что все эти вот попытки утверждать, что кто-то, так сказать, вот стоит выше, чем другой, раньше времени, это дело истории и культуры. И историков культуры, которые потом определяют, кто оказался талантом, а кто оказался гением. Потому что гении – это люди, которые продвигают человечество вперед. А талантливых людей очень много. Это люди очень способные, но они, вполне возможно, не обязательно продвигают человечество вперед или незначительно продвигают. Или решают какие-то другие проблемы, используя свои способности. Вот жулики, например, у нас очень большие способности имеют и получают миллиарды, но они никак не продвигают человечество вперед и общество. У нас этих жуликов развелось страшное количество. Ну вот, последние данные. 16 миллиардов рублей пропало, направленных на строительство космодрома «Восточный». Вы говорили 14 в прошлый раз. А еще два добавилось, выяснилось. Все время нашего разговора. А вот этот самый начальник Федеральной службы исполнения наказаний, который 2 миллиарда получил. За счет продажи этих самых, куда-то, так сказать, он деньги взял, которые выделены на браслеты для заключенных. Это страшное дело. Ну, вы почитайте «Коммерсант», там все время пишут, «Коммерсант» именно пишут. Там заполнены просто страницы. Или там был у нас банк «Вефк», Гительсон его возглавлял. Все эти денежки он утащил огромные. Теперь сейчас ищут деньги из банка «Таврический», из-за этого нам «Ленэнерго» не может, так сказать, расплатиться с долгами, потому что деньги пропали. Теперь, значит, Балтийский банк. Вам известен Балтийский банк? Ну, да. Директор 3 миллиарда увел, директор, хозяин этого банка, главный инвестор, 3 миллиарда увел на счета и с этих счетов снял. Хорошо, а что с этими людьми будет? Ничего не будет. А почему? Если это такая обнародованная информация, всем все ясно, почему с ними никто ничего не делает? Всем все ясно, что, так сказать, в обиду их его не дадут такие же люди, как он. Государство чье сейчас? Чье государство? Сейчас, говорят, нет, не жуликов и воров. Это мелко, вот как бы вы сказали. Вот это, так сказать, справедливо России, так она рассуждает. Жулики и воры, ни фамилии ни одной не называют. Ну каких жуликов? Ну как за эти-то жулика, вора. Потому что надо доказывать тогда, если я скажу, что вы жулик, вы скажете, я клеветник. И подадите на меня в суд. Но на всякий случай статью о клевете тоже сняли на случай, что вы подадите в суд, а мне ничего не сделают. Нету. Нету. А для жуликов и воров предусмотрена теперь кратность взятки. Только, а не без уголовной ответственности. Не конфискуется имущество семьи. А у меня записано на тещу, на жену, на детей и так далее. А у меня, вы придете, а у меня телевизор старый, КВН-49. Забирайте, описывайте. Это ценный, правда, телевизор. Мне жалко его, я прямо вот слезами обливаюсь. И все. Так что вот так обстоит дело. Государство у нас класса буржуазного. Буржуазный класс свое богатство во многом создал
За счет чего? За счет развития производства. Как у нас с развитием производства? Не ахти. Вообще буржуазный класс должен создавать вообще свое богатство за счет развития производства. То, что он эксплуататор, это, конечно, отрицательная сторона, но он еще и двигатель производства, правда? Производительных сил. Это относится полностью к буржуазному классу. Это его историческое оправдание. Это его миссия историческая буржуазии должна развивать производство. И буржуазия, в принципе, за буржуазную эпоху значительно развила производство. Правильно? Ну вот мы имеем дело с таким явлением, когда люди это считаются буржуазным, занимаются не развитием производства, а вытягиванием денег из производства. А производство умирает. Но этот класс, так сказать, находится у власти, поэтому там разные, так сказать, есть элементы в этой власти. Одни пытаются все-таки как-то возродить производство, его развивать, а другие так продать отечественное производство, чтобы получить от иностранных государств большую сумму денег. Это так называемая компрадорская буржуазия. И они действуют, на самом деле, в интересах буржуазных государств. Не потому, что они вот не любят Россию. Они любят Россию, но денежки-то они получают. Как известно, и у нас, скажем, после революции в России, что мало бы, думаете, было американских капиталистов, которые здесь крутились и сотрудничали с советской властью. Потому что собственность разделяется. Они-то вообще против советской власти. Но если деньги можно получить от советской власти, почему не получить? Раз они плохие, с вас и надо получить. И так далее. Вот. Поэтому вот мы не должны этот так называемый коммунизм как обожествлять или, так сказать, превращать в какое-то облако или в мечтание. Вот. Речь говорит о том, что средства производства будут находиться в общей собственности, будет уничтожена эксплуатация, и неравенство между людьми только в одном отношении. Не будет классов. Все. Никакое другое неравенство, никакие серьезные люди, пишущие на эту тему, из, так сказать, коммунистических писателей, никогда ничего не говорили. Нигде вы этого не найдете. А вот всякие нелепости в отношении того, что будет, или вроде бы общность жен, как это, так сказать, пришлось это Марксу и Энгельсу на это отвечать, и прочее, они, да, отругивались по этому поводу, говорят, да общность жен уже давно уже ввела буржуазию, посмотрите. Я видел один интересный разговор, мы ехали из Нижнего Новгорода с одним товарищем, рабочим из Сестрорецка. Ну и вот обсуждался вопрос, что вот сейчас бросают, богатые бросают мужья и заводят себе новых молодых жен. Ну и вот одна там, значит, женщина сравнительно молодая, там с верхней полки. А я бы вот хотела выйти за богатого. А ей этот товарищ, который рабочий из Сестрорецкого завода, говорит, да. Да, вот он через 4 года, он, поскольку у него денег много, он найдет новую молодую, вас выбросит на помойку. Да, да. Но она примерно так ему ответила, но загрустила. Ну, загрустила. Поэтому о какой тогда любви тут может быть речь? Да, ну, любви нету, а можно купить себе жену. Можно вторую жену, можно третью жену. Да, к другому уходит. Солидарность жен. Да, уступенец получился, а уступенец другой. Да, но вы можете пройти сейчас по нашему дорогому Ленинграду, городу высокой культуры, на всех столбах написаны объявления: жена на час, любовь, жду и так далее. 24 часа, отдых для мужчин и так далее. Причем рассуждения и дальше идут уже. Раз это общество, в котором главные деньги, есть такой способ получения денег, поэтому, значит, и любовь становится продажной. Она превращается в предмет торговли. Вот и все. Ну, и, соответственно, положено, а что-то другое. Ну, вот поэтому что-то другое. А поэтому любовь отступает на задний план под давлением вот этих обстоятельств. Вот и все. Вот какая получается картина. Если он так хочет. Да, человек сделал свой выбор. Никто не говорит против. Он сделать выбор — это произвол называется. А это не свобода. Свобода — это что? Когда нет выбора. Нет, свобода — это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Да. А над людьми господство обстоятельства. Люди идут, их выкинули с работы, у нас безработица. Им негде заработать. У нас заработки нищенские. Поэтому вот условия, в которых мы живем. Почему у нас люди некоторые, так сказать, там не идут, не лечатся?
А потому что дорого лечиться. Потому что вам бесплатно сделают там, какую-то мелкую там, операцию. А если какая-то серьезная что-то, идите и родственников, богатых, берите в долг, берите кредиты и так далее. А сможете ли вы их отдать и так далее. Ну, во всяком случае, идеализировать, как мы, итог нашего с вами беседы сейчас, идеализировать коммунистическое общество мы никоим образом не должны. Ничего, так сказать, больше того, что может дать производство коммунистического общества на том этапе, на котором оно находится, дать не может. То есть, по мере развития производства, результаты производства будут переходить всем, а не отдельным, только избранным. В этом вся разница. А то, что будет какая-то полная справедливость, ну, полная справедливость... У Ленина прямо написано в «Государстве революции». Справедливости и равенства. Первая фаза коммунизма. Дать не может, неравенство остается, и неравенство несправедливо. И прямо приводит примеры Ленин, что вот один здоров, другой болен. Ну, какой это, как может? А получают они, ну, больной меньше получит, а здоровый получит больше. У одного большая семья, у другого маленькая семья. Значит, на члена семьи у одного будет больше, у другого меньше. И поэтому... Вот это вот распределение по труду, которое, так сказать, превозносится многими, что вот там распределение по труду, это называется применение одинакового масштаба к различным людям, пишет Ленин. А применение одинакового масштаба к различным людям – это буржуазное право. Буржуазное в кавычках, в том смысле, что вы не добиваетесь подлинного равенства, а вы, так сказать, вот какой-то одинаковый масштаб выбрали, применяете его к совершенно различным людям, живущих в разных условиях. Поэтому о равенстве можно говорить только в смысле уничтожения классов. Вот эту задачу можно поставить. Но это дело очень долгое. Долгое, поэтому долго не будет, как говорится, этой справедливости, даже в этом отношении. Но чтобы это движение шло, для этого нужно, чтобы средства производства были в общей собственности. Если они не в общей собственности, то люди, которые узурпировали средства производства, будут узурпировать без ограничения те материальные блага и духовные, какие они могут узурпировать. Нельзя сказать, что у нас ухудшается образование. У некоторых ухудшается образование, а у некоторых не ухудшается. Некоторые будут учиться не 5 лет, как было в специалитете, а 6, потому что их дети точно пойдут в магистратуру. Но я хочу вам докладываю, как вот профессор кафедры социальной философии. У нас нет магистратуры на нашей кафедре. Нету. И попытки, которые я с заслуженным деятелем науки Мараховым, который был у нас раньше деканом и заведующим кафедрой, предприняли. Мы составили программу магистратуры по социальной философии. Нет, не удалось нам пробить наличие магистратуры. Есть социальная философия? Конечно, у нас только бакалавриат теперь и есть. Бакалавриат означает, что учиться стали на год меньше. Вот и все. Больше ничего. Больше ничего. Это чистое уменьшение уровня образования. Чистое. И больше ничего в себе не содержащее. То есть вместо того, чтобы вы еще целый год занимались бы дипломной работой под руководством профессора, вам говорят, вот вам пишите квалификационную работу. Здесь выступал Миронов. Он вот как-то курировал наш университет. И провели как раз России. Он говорил, что будет с появлением бакалавриата. Ну, появится, говорит, такой дешевый бакалавриат и дорогущий магистратура, и туда пойдет там десятая часть. У нас все есть бесплатное. У нас и медицина есть бесплатная. Туда тоже иногда можно поступить. Но у нас что-нибудь серьезное, вам придется деньги большие платить. Еще раз говорю, можете идти очень мало. Еще раз говорю, что если у вас закончит 10%, меньше, чем 10% попадет после бакалавриата. Не надо идти, они не хотят учиться. Зачем идти на магистратуру, если даже 10%? Те, которые не хотят учиться, их надо и выгонять из специалитетов. Вот у нас был наш вуз готовил раньше, университет, готовил специалистов хорошего уровня. Не случайно наши специалисты сидят все в Москве на руководящих должностях. Поэтому единственное, что нужно было сделать, нужно было больше выгонять в связи с неуспеваемостью. Потому что если вы принимаете 200, то выпускать надо 150 или 100 человек. И, так сказать, чтобы этот шел отбор. А не снижать уровень образования. Потому что если человеку вы снижаете уровень образования, то он не готовый специалист. Он не случайно не называется уже специалист. Что такое бакалавриат? Это... заведение, которое не готовит специалистов,
И оно готовит людей, которые не могут поступать в аспирантуру, ущербных, которые не могут преподавать в ВУЗе. Два. Я вам рассказываю, я официальное. Не могут преподавать в ВУЗе. И не могут в своем подчинении, если они перо нам читал на повышение квалификации, где я проходил. Так а почему кто-то не поступает? Специалисты могут, не верьте, это что не могут. С вас просто деньги хотят взять. Вот я, имея высшее образование, математик, я могу призывать математику, где хочу. Ну, у нас же все кандидаты. Еще раз говорю, преподавать, это потом, чтобы с вас взять деньги и сделать еще курсы специально по преподаванию. Аспирантов гоняют и заставляют вот еще учиться, отрывают их от подготовки кандидатской диссертации, чтобы они получили право на преподавание. Хотя на самом деле специалист имеет право преподавать. Имеет право специалист преподавать в ВУЗе по своей специальности. Специалист я, о чем разговор? Но если я не специалист, то я не имею. Вот это вот раз и право и лишили. Поэтому у нас получается равенство, но одни равнее, а другие не равнее. Проблема в том, что одни на два года больше учатся. И на два года больше их люди, если это бесплатное, это самая магистратура, на два года больше их кормят. В том числе, если бесплатная ваша магистратура, родители ваши будут на два года больше вас кормить. Я сама себя буду кормить. Вы, если вы будете сама себя кормить, вы будете на вечернем, а считаться будете, что вы на дневном. Магистратура, она же неполная. Я еще раз говорю, что как неполная. Вот это безобразие, что она неполная время. Это разве нормально, что у нас, вот я с магистрантами занимаюсь, вечером в 5 часов они приходят, как вечерники раньше. Они дневники, потому что они все почти работают, эти самые. И сидит у меня вот 3-4 человека в магистратуре по конфликтологии я преподаю. На втором курсе магистратуры, то есть на шестом курсе всего этого обучения. Это вот реальность жизни, которая есть. Мне приходится просто это наблюдать, что происходит. Я вижу, вот какие потоки у нас, а вижу, кто остается в магистратуре. Нету по философии магистратуры у нас, нету. Вот по нашей кафедре. Нету, все. До свидания, вылетайте. Соответственно, и преподаватели, скажем. Вот я курс читал для историков, философии истории, который читался на пятом курсе. Ну, убрали этот пятый курс. Курс мой никто не убирал. Ну, никто бы и не поднялся убирать курс философии истории. Ну, нет этого курса и нет этой специальности. И нет, все. Не надо. Пусть они знают общий курс социальной философии. Отчитают им, и будьте здоровы. Так что вот такая тут картина. В этом смысле это движение вспять, конечно, в образовании совершенно. И неравенство появилось. То есть есть люди, закончившие магистратуру, и есть люди, которые... И только те, кто закончил магистратуру, могут претендовать на поступление в аспирантуру. Вот такая картина. А специалисты могли поступать все. Ну, мне-то... Зато, если люди закончили бакалавриат, они понимают, что они не хотят дальше учиться. И они не учатся. Да никто вас не спрашивал, хотите вы учиться или нет. Что вы мне рассказываете? Никто вас не спрашивал. Взяли и урезали один год с целью экономии. Ну, понятно. Во-первых, и с той целью, если у нас равенство, а должна править буржуазия, значит, должны быть одни люди более образованные, другие менее образованные. Нормально. Чтобы вот эти более образованные могли бы управлять теми, которые менее образованные. Что тут непонятного? Вот и вся идея. Во всем мире так делается. Чтобы рабочий класс, так сказать, не получал такого же большинства, как представители буржуазии, значит, одним дается один уровень образования, другим другой. Богатым один, а отдельные единицы всегда попадали. Ломоносов пришел из деревни, с севера, пешком. Поэтому не беспокойтесь за Ломоносова. Отдельные единицы будут при любой системе попадать. Очень талантливые будут пропадать. Поэтому не надо трагически это воспринимать. Я вовсе не потому об этом говорю, что тут появились негативные моменты, что на этом, так сказать, свет клином нашелся. Кто действительно будет хорошо заниматься, занимайтесь. Вам кто-нибудь сейчас мешает книгу писать? Нет. А что вы не пишете? Не хочу. Вот ваша беда. А вы пишете, а как-то вы не, раз вы не хотите писать книгу, а вы культуролог. Что же вы за деятель культуры, который не хочет писать книгу? Безобразно. Потому что все мои мысли пока что... Вот у вас мысль не о том, как книгу написать, а что съесть, куда пойти. Вот вы начните писать книгу, и у вас мысли будут совсем другие. Пока что не готова к этому. Мне нужно... Да никогда вы не будете готовы, пока не начнете писать. Готовность писать книгу приходит в процессе написания книги. Конечно, мои знания это...
Ваши знания будут тогда наполняться. Вы тогда будете впитывать как воздух все, что у вас вот тут есть вокруг вас. Вот, не откладывайте, пока вы молодая, надо и писать. Не откладывайте. Я вот пришел из той сферы, где это принято. От Михи, люди вот в вашем возрасте, доктора уже. Доктора наук. Правильно. Да, решают задачи. А тут все сидят, вот я выучусь, потом я буду в аспирантуре, потом и это, а потом. И некоторые, которые так все время сгибаются, кланяются, потом они уже не разгибаются. Никогда. Поэтому это не надо откладывать. Если у нас начнут делиться, например, зачем мне это тогда? А вы зачем пришли сюда? Чтобы развиваться. Я от вас требую всестороннего развития, быстрого. А вы возражаете. Чего вы возражаете мне? Вот у нас я пришла, у нас вот профессор попался такой негодный, и требует, чтобы я быстро развивался. А я упираюсь. Ну просто надо просто понять. Вот я хочу сказать, что атмосфера была другая, вот, когда я учился. Атмосфера была такая. Хотите досрочно сдавать? Сдавайте. Я все время досрочно сдавал. Все время досрочно. Первый только семестр промучился, не мог решить задачи. А потом я вот сдал этот предмет, вот сейчас бы вы сдали эту немецкую идеологию, потом прочитали, пришли ко мне, я с вами побеседовал, сдали, все, вычеркнули из расписания, начали готовить бы следующий предмет. Потом следующий. У вас времени было, сиди и пиши книгу. А вы примиряетесь вот к государственной дисциплине, что вот надо столько отсидеть, сколько для всех, по одинакового масштаба. Ну кто вас? Ну если вы сейчас пойдете и попросите направление, раньше, например, мы пошли, дайте мне направление на сдачу экзамена. Да, пожалуйста. Все это приветствовали. Сейчас, если вы пойдете, скажут, вы чего? Вы хотите раньше сдать? А что, вы хотите меня умнее, что ли, стать? А есть такие курсы, например, которые нельзя не посещать, потому что мы сами не сможем их изучить. То есть профессор, если... Ну, а вот Ленин приехал вот сюда по юридическому факультету, на котором сейчас... 120 тысяч в семестр надо платить. Экстерном все сдал. Сейчас экстерном бы его никуда не пустили. Ну, потому что нет экстерна. Дело в том, что нет экстерна. Хоть приедет сюда, хоть Марк сюда приедет. Нет экстерна. Он сунется и скажет, нет, какой экстерн? Ну что? Какой экстерн? Что, чумели? Вот идите, сидите там, сидите столько. Ну, может быть, сейчас легче сдать. Вот я пришел, студент, в деканат. Мне к любому экзаменатору дадут направление. Бумажечку, на которой вот экзаменатор поставит подпись, и он занесет мне никаких... Вот я сейчас досрочно, я, так сказать, у вас буду что-то принимать, это надо будет с вами иметь договоренность, что кто-то принесет вашу зачетку, а я должен буду вас не пропустить и вставить в ведомость, иначе никто не узнает, что вы сдали зачет или экзамен. Досрочно. То есть я могу сделать досрочно, я лично могу организовать вот таким образом. Ну вот то, что вы пошли, вот сейчас вы пойдете, декан скажет, дайте мне направление на экзамен там Попову, скажет, да вы что? Чего вы пришли? Чего, порядка не знаете? Почему порядок такой, что он не позволяет вам быстрее двигаться вперед? Я заинтересован, чтобы вы меня обогнали или нет? Скажите, пожалуйста. Вот вы моя студентка, вы лучше меня будете чем-то заниматься. Это плохо, что ли, или хорошо? По-моему, это мне в плюс. Как вы считаете? Я считаю, что мне в плюс это. А то, или я не боюсь, что вы будете слегка умны. Интересно. А следующее поколение должно быть вообще, в принципе, на более высоком уровне, чем предыдущее, или нет? Дело в том, что мы получаем диплом государственного образца, который предполагает... Не государственного образца, а государственный диплом. Это разный диплом. Нет, это очень важно. Диплом. Вы употребили фразу, которую даже не знаете. Знаете, что такое диплом государственного образца? У нас есть лицензированные учебные заведения, которые могут выдавать дипломы государственного образца для неаккредитованных вузов. И люди даже не знают, что они получат диплом государственного образца, сунутся на работу, скажут, так у вас же не государственный диплом. Ладно, мы получаем государственный диплом, да. который предполагает некоторое количество прослушанных часов. То есть, если мы пришли, сразу все сдали, Нет, он предполагает выполнение программы. Есть программа обучения. Вот, скажем, более того, в то время, когда я учился, еще была такая практика, что для некоторых студентов, по их представлению и желанию, могли изменить учебный план. У меня, например, учебный план, у меня физику убрали, а поставили теорию групп, теорию колец, гомологическую алгебру. Я все это поздавал, очень сложный предмет. И после этого, так сказать, я, так сказать, по этой программе получил диплом. У меня в дипломной вот этой ведомости вписаны другие предметы, не такие, как у других. Ученый совет может это сделать?
Ленинградского университета? Может. Потому что кто знает лучше, Ленинградский университет ученые или в министерстве знает лучше? Как вы думаете? Что, лучшие люди в министерстве или лучшие люди вот здесь ученые? Не забывайте, где мы находимся. Мы находимся в светоче, так сказать, в московский, санкт-петербургский государственные университеты. Здесь самое место и время для того, чтобы расти быстрее. Так что это надо этим пользоваться. Поэтому я вот вам благодарен, что вы вот в соответствии с этим настроем встали сегодня и не стали говорить, я умру тут, если буду выступать. Не умерли. Я и других также призываю вас. Если вы что-то еще сделаете интересное и вот готовы здесь написать или выступить, я вас к этому тоже призываю. Теперь я хочу вам сообщить, что в следующий раз у нас здесь занятия не будет. В следующий раз я буду проводить конференцию «Ленин в современном мире» как председатель оргкомитета, которая будет проходить в шалаше в Разливе. Это в Разливе, в шалаше. Это конференция 9-я. Значит, поскольку наша... Поскольку 9-я, значит, конференция... Не лучше, сейчас я скажу, не лучше. Значит... Эта конференция 9-я, и она очень интересная, потому что, она проводится в государственном учреждении. Название этого самого музея, шалаш, где Ленин писал «Государство и революцию», и, как известно, это что такое ленинизм? Это марксизм современный. Поэтому, скажем, понять вот и проанализировать то, что мы с вами читаем, можно, поняв, во что это дело выросло, так сказать, во что это вылилось, каким это идеям привело, какое-то имеет значение, в том числе для сегодняшнего дня. Задача этих конференций – показать актуальность вот этих идей ленинских и марксистских для сегодняшнего дня, для развития современной России. Выступают представители науки, раз, доктора, кандидаты наук, представители органов государственных, в том числе планируется выступление депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Воронцова Алексея Васильевича. Два представителя будет администрации курортного района Санкт-Петербурга, в том числе советник главы администрации и главный специалист сектора информации. Также будут у нас директора музеев представлены, различные музейные работники, люди из разных стран, в частности из Латвии будет. Товарищ Трейнис приедет из Социалистической партии Латвии. Приедет товарищ из Финляндии, доктор философии Аймо Миккинен. Он хорошо говорит по-русски, так сказать, без перевода, можно будет послушать его доклад. Вот, то есть я вот тем, кто желает, выдам вам пригласительные билеты. Хотя вход туда свободный, это пригласительный билет для памяти. Значит, теперь место это такое, куда так просто-запросто без автомобиля не доедешь. А именно, да, в Тарховке можно ехать электричкой, а оттуда 4 километра вдоль озера Разлив. Так вот, значит, дело организовано таким образом. Есть ОАО «Третий парк». Вам ничего это не говорит? Вот автобусы, на которые вы садитесь... Маршрутки. Второй по объему капитала и по объему перевозок капиталист, который осуществляет перевозки в Санкт-Петербурге, это ООО «Третий парк». Директор – товарищ Дьяковский. Дом товарища Дьяковского или господина Дьяковского находится рядом с этим самым шалашом. Вот мы беседовали с его женой Евгенией Михайловной. Она говорит, ну вот мы, говорит, в Швейцарии находимся на берегу озера. Там, значит... Нам говорят, здесь был Ленин, здесь был Ленин, здесь был Ленин. Он говорит, а у нас вот тоже весь озеро, и тоже здесь был. В общем, они, короче говоря, всячески поддерживают это мероприятие и обеспечивают третий парк доставку от Черной речки, вот 9:45 сбор, в 10 часов отправятся два автобуса Неоплана, который предоставляет бесплатно третий парк. И эти автобусы у нас привезут в шалаш, будут там стоять, пока будет проходить конференция, и увезут, по окончании конференции, привезут к Черной речке. Примерно привезут к 6 часам. А у нас пары. Ну, у нас экзамен. Нет, последний год экзамен. Значит, сюда? Да. Значит, и третий парк, в соответствии с тем, что он капиталист, дает нам фуршет.
значит, по окончанию Ленинской конференции. Даже одно время он давал фуршет с алкоголем, но после того, как там некоторые товарищи проявили себя не с лучшей стороны, вот, мы их попросили больше нам этот самый алкоголь не предоставлять. Тем более, это вообще не то самое место, где, так сказать, надо такие. Дело в том, что там действительно лес, и то, что людей там покормить надо, это вполне понятно, потому что это не вот город, а все-таки. А что касается музея, то они сделают кофе-брейк. Теперь я, как председатель оргкомитета, эту конференцию буду вести и давать не более 8 минут. Независимо от того, какой у кого пост, должность, звание, профессия и прочее. Не более 8 минут. Поэтому это очень быстро и интересно. Я думаю, обязательно. Я буду доклад делать на тему «Работа Ленина и Плеханова над программой партии». У меня вот такие. За 8 минут можно что-то сказать? За 8 минут можно Вадим что-то сказать? Ну, достаточно этого? Вы сколько выступали сегодня, как вы думаете? Слушайте, у меня там две странички. Значит, у меня две странички. А чем я хуже вас? У меня тоже две странички. Да краткая сестра таланта. Вот есть люди, которым дают слово на телевидении, они должны быть готовы к этому. Вот есть люди, которых вы туда выведете, они не могут сказать. Я в свое время заведовал кафедрой научного коммунизма университета марксизма-ленинизма. Горкома партии. На полставки. Здесь я был, надо сказать, профессором, а там вот, так сказать, у меня была такая полуобщественная работа. И вот один такой был Муравьев, кандидат наук, который все говорил, что у него теория какая-то коммунизма есть сногсшибательная. Примерно как вот такое вот рассказываете, какие-то такие у него всякие были идеи. И он все время говорил, что никто не дает ему выступить. И я дал ему там 40 минут. И он 40 минут объяснял, что никто не дает ему нигде выступить. И я под конец встал, прекратил это дело и сказал, что я вот даю торжественную клятву, что везде, где я буду где-нибудь вести, я никогда не дам слова Муравьеву больше, никогда нигде в жизни. Потому что он не понимает вообще, где ты выступаешь. То есть вот люди идут на телевидение, что такое 3 минуты? 3 минуты на телевидении можно очень многое сказать. 2 минуты. Хотя у меня, например, была ситуация, мы с Шатровым и его еще двумя докторами исторических наук, вот мы с ним, спор был в «Пятом колесе», 5 часов, прямой эфир. Так что разные бывают ситуации, какая вот складывается ситуация, в такой надо выступать, и это тоже завоевание культуры. Так что в этом смысле это тоже интересно, некоторые там товарищи сразу выражают некоторое неудовольствие, как они могут говорить тут часами. Наш брат, как вы понимаете, обучен, он может говорить целыми сутками, если его не остановишь. Поэтому некоторые сначала, но теперь уже все поняли, что им все равно больше 8 минут никто не получит, и, так сказать, поворчат. И я хочу сказать, что свободно чувствуют себя профессора, потому что они знают, это 7, это 7, это 5, это 5, это 4, это 4, 8, это 8, 1,5 часа, это 1,5 часа. Доценты уже более скованы, люди без степеней, вот они как раз не хватает им времени. Видимо, у них так много идей, я всегда удивляюсь, откуда у вас столько много идей? У меня вообще одна, моя идея одна, я за нее докторскую получил. Я не уверен, что она вполне моя, потому что, как вы понимаете, идеи-то не выскакивают так вот, что их просто вот один человек сам родил, а не было ничего предшествующего. Откуда у вас-то столько вот мыслей взялось, они же не ваши. Поэтому в этом смысле это очень интересно и полезно. Вот. Ну, поскольку у нас все люди свободные, вы тоже свободные, я вас принуждать не буду. Вот, то есть, если какие-то обстоятельства вам не позволят это сделать, я бы вам советовал, но если совет на то и совет, что он и носит директивный, обязательный, принудительный характер. У нас не этот самый, не система исполнения наказаний, поэтому я вам рассказал, что будет. Пригласил, дал билет, и дальше, так сказать, значит, товарищи, которые ваши коллеги, наши товарищи, им передайте, и я им билеты никакие вот не выдаю. А они, если приедут вот к Черной речке, там они получат билеты у меня в руках. Потому что там собираются люди, потом посадка в автобусы, потом сопровождение ГАИ. Около метро. Площадка такая у метро. На площадке у метро собираться будут люди. С 15:10 до 10. Ну, я вот там буду с 9:30. Это будет сниматься на камеру? Это не будет сниматься на камеру.
как вы будете садиться, не будет. А сама по себе конференция будет сниматься на камеру. Ну да, да. Будет, будет. Вы можете даже посмотреть. Вы можете даже посмотреть. Если вы зайдете на сайт Фонда Рабочей Академии, вот в левом уголочке это написано «Конференция Ленина в современном мире». И посмотреть. Первые несколько конференций не записывались. Однажды Первый канал дал с конференции, была интересная очень передача. И другие телевизионные передачи были с этим. Потом вот Красное ТВ стало записывать систематически последние там три конференции. Можно посмотреть там разные выступления. Красное ТВ называется. Это интернет-телевидение, так называется. Красное ТВ. Коммунистическое. Ну, можно сказать, что коммунистическое, но не совсем. Потому что там, скажем, мне неоднократно на этом Красном ТВ приходилось объяснять, что те, кто называет себя коммунистами, на самом деле не коммунисты. Вот последнее мое там выступление, кто такие левые, и надо ли им объединяться по этому поводу. Что вот среди тех, кто называет себя коммунистами, левыми и так далее, основная масса ни левыми, ни коммунистами не является. Хотя, так сказать, такое вот они там себе название или звание сами себе приписывают. Вот. Там, так сказать, они достаточно широкий спектр. Они как раз вот этот интернет-телевидение дают тех, которые считают, что они левые, пожалуйста, выступайте. Ну, а там люди уже оценивают, там, скажем, выступления оцениваются через там плюс-минусы. Кто сколько плюсов набрал, там это тоже ведется учет такой интересный довольно-таки. Так. Это я вас проинформировал, значит, поэтому у нас в следующий раз занятие будет проходить там, вот, так что те, кто сюда не ходит, могут ходить не туда, могут туда не ходить, а могут туда и прийти, вот. И вообще, я думаю, что вы поняли, принцип у нас очень простой, кто хочет, так сказать, использовать свои имеющиеся возможности для своего развития, он их использует. Так сказать, не хочет, ну, вот вы правильно тут идею выдвинули, что не хочешь, и не занимайся. Я понимаю, что не про себя. Это принцип правильный, то есть знание – это благо, поэтому особенно уж так тащить-то не надо, правда? Ну, чего заставлять людей так уж? Ну, если человеку не нужно, и не надо его заставлять, мало ли. Тем более сейчас еще и такая ситуация, когда вот если раньше я, когда мы преподавали лет 20 тому назад, я могу сказать, если вы не ходите, то вы такой бездельник. А может, человек, сейчас ему есть нечего, а я буду ему говорить, что он бездельник, потому что он идет и работает, а куда деваться? А работать, когда вы найдете, не факт, что вы найдете именно по вечерам или ночью. А если ночью вы работаете, ну не факт, что вы так прям встанете и побежите на занятия к 10 утра, если вы всю ночь работали. Так что ситуация сейчас другая, сменилась. Поэтому мы, скажем, в этом смысле, как преподаватели, уже не можем, так сказать, так ставить вопрос, как раньше. Мы очень, так сказать, могли жестоко поставить вопрос раньше. А сейчас, ну, это просто бессмысленно. Совершенно. И даже несправедливо будет. Потому что если государство не обеспечивает возможность людям спокойно, если они на дневнике, на дневном заниматься. Ну, я вот был в этом смысле, как сыр в масле катался на дневном отделении. Я получал стипендию 60 рублей. Вот. А у директора Кировского завода 120 было. Хорошо. Вот. Так что это другое дело. И никаких других забот. То же самое и в школе, то же самое. Я учился 19 лет подряд. 19 лет подряд учился, совершенно не занимаясь материально-производительным трудом, за исключением того, что в школе вот немножко мы этим занимались. 11 лет в школе, 5 лет в ВУЗе, 3 в аспирантуре, и все бесплатно. По-моему, 80. 80 рублей. Причем никто там ни за что не платил. Это теперь там началось. За это, за то, за все. Ничего не было. Ничего не было. Поэтому... А вообще люди, например, бесплатно? А? А вообще люди, например, бесплатно? Нет, за 2 рубля. Ну, то есть даже кто-то вот эти деньги, как-то их не считали, потому что, ну, это... Но это все не бесплатно было там. Докторантуре человек был тоже там платил 4 рубля. А раньше были для студентов проездные на автобус, на общий транспорт? Были. Были, но и транспорт был. 3 копейки, трамвай 5 копеек, автобус 4 копейки, троллейбус. Поэтому никто не считает. Поэтому в принципе транспортными услугами пользуются по потребности люди. Ну кто это? Ну неужели вы сядете на этот?
Поэтому не было никаких кондукторов. Это на них сколько вот денег тратится на то, чтобы их оплачивать. Какие кондуктора? Вы брали этот самый штемпелем, отмечали свой талончик и все. И больше ничего. Купили вы эти талончики или карточку покупали. Карточки были, студенческие были карточки, дешевые. Так что такой проблемы не было. Так что вот такая картина. Ну хорошо, вся у нас информационная часть закончена, а вообще вместе с ней закончено и наше занятие.